Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и я вас очень рад видеть на канале. Тем, кто зашел первый раз, просьба, подпишитесь. Ну и обязательно залетайте в телеграм-канал, потому что именно там всегда свежие вести с полей. Сегодня у нас в ролике будет обзорчик. В данном случае за моей спиной стоит курганский прицеп. Зовут его Крепыш 2.5, и в этом видеоролике хочу вам подробно рассказать, показать, наглядно привести примеры, почему именно этот прицеп считается конфеткой, космическим, идеальным, и он вот выручает прямо вот в нереальных ситуациях. Вам желаю приятного просмотра, и поехали, все по порядку. Давайте для начала разберемся кратенько, прям для чего нужен прицеп, да? Первое, если вы проживаете в частном доме, для хозяйства, да, можно привезти опилки, корм, разные ништяки, то есть далее для стройки, да, это перевозка строительных материалов, плитных, доски, кровли, да, чего угодно, да, там. Далее, если вы занимаетесь сад-огород, земля, удобрения, там, песок, какие-то семена, там, ландшафтный дизайн. Следующий момент, если вы охотник, вы рыбак, то есть можно ездить как и на рыбалку, взять с собой много вещей, палаточку. Я знаю, что в интернете полно видеороликов, как кто-то вообще переделывает прицеп прям в палатку. То есть есть видосы, погуглите, блин, там чуваки реально заморачиваются, там из прицепа получается целый дом. Далее, то есть путешествия, соответственно, да. Кто-то использует как в коммерческих целях, это перевозки мелких габаритных грузов, потому что прицеп позволяет снять полностью борта, получить платформу, можно нарастить брусом, перевозить там 2 метра в ширину вообще налегке любые постройки. И так далее, и так далее, и так далее. То есть можно сюда накидывать кучу разных идей. В данном случае я занимаюсь строительством, у нас есть своя небольшая площадочка. Мы часто используем прицеп для доставки разных малых построек, будь это туалеты, домики для колодцев, разные дровники, какие-то дизайнерские там мебель, не мебель, собачья будка, доставка мелких габаритных грузов, то есть этот прицеп, ну, во-первых, он помогает закрывать все мои домашние проблемы, да, это привозка корма на участок, песок, щебень, какие-нибудь корма. Также мне этот прицеп помогает зарабатывать, доставка разных материалов, помочь друзьям, коллегам, знакомым переехать с квартиры, привезти какую-то мебель и так далее, и так далее, и так далее. То есть прицеп у нас используется на максималках. Что хочется отметить самое важное, да, то есть почему я этот прицеп называю идеальным. Размеры его по внутренней части, не общие, габаритные. Это можете зайти на сайт, я ссылку в описании оставлю, посмотрите там, если кому надо общие. Но мы сейчас играем внутренний размер, в длину 2,51, а в ширину 126, то есть 1,26 м. Так как занимаюсь стройкой, мы часто используем ОСБ-плиту, будь это девятка, будь это двенашка, пятнашка, восемнадцатая. И парадокс в том, то, что эта ОСБ-плита прям отлично заходит в этот прицеп. То есть я за это лето перевез, не знаю, сотни этих плит, и с каждым разом я просто получал удовольствие, потому что плита заходит полностью, и борта закрываются, тент накрывается, у вас тупо палет ОСБ-плиты в прицепе. Это я хочу отметить от себя, в чем я кайфанул за это лето. Поэтому это огромный плюс для меня. Также расскажу пару интересных моментов, то есть как можно даже немножко быстро прокачать, ускорить, какие-то фишечки добавил. Для примера, при покупке прицепа по контуру тенда идет обычная веревка, которую надо постоянно завязывать. В данном случае я эту веревочку всю выкинул, добавил вот такие быстрые резинки, то есть продаются в любом хозяйственном магазине. Это резинки, стяжки, кто как называют, с крючками. И с помощью этих резинок можно быстро снимать тент. Как снимать, как и добираться за необходимым товаром, вещами, шмотками, предметами, инструментами. То есть с любой точки прицепа. И также легко их быстро возвращать на место. То есть достаточно просто натянуть резинку, закрепить
и тент надежно сидит и никуда не девается. Прицеп у меня сейчас заряжен на выезд, то есть надо будет буквально сегодня-завтра ехать в магазин покупать ГВЛ для настила бани. Поэтому он у меня сейчас выглядит в такой комплектации, то есть это один ряд бортов и тент, потому что уже осень, льют дожди, и материал не хочется, чтобы он намок. А также я сразу взял второй ряд бортов, это мне позволит спокойно таскать квадроцикл. Соответственно, у меня есть опорное колесо, оно бывает двух видов, бывает обычное, бывает автомат. Автоматическое, блин, это реально классная штука. Во-первых, ты можешь его катать по всему участку, как тебе угодно. Ты можешь подвозить ближе груз, и если тебе нужно его зафиксировать, тебе достаточно просто поднять скобу, и сразу опорное колесо встанет на свое место. Далее, также у меня здоровые, мощные 16-е колеса. Используются 6 рессор. Также у меня есть опорные стойки, то есть комплектовать прицеп можно реально по-разному, то есть в зависимости от ваших задач, от ваших нужд, что, где, как, для чего вы будете использовать, потому что я вообще стараюсь всегда попадать в универсальность, потому что сегодня я могу возить доски, завтра камни, послезавтра землю, потом кирпичи, плитка, мешки, инструмент, мебель и так далее, и так далее, и так далее. Также хочу важный момент отметить, что прицеп самосвальный. Загонять мотоблоки, квадрики, разную сельхозтехнику – это одно удовольствие. Мы просто быстренько поворачиваем скобы. И у нас прицеп становится самосвальным. То есть это очень удобно, особенно когда нужно загонять какую-либо технику. То есть вот в таком виде, то есть ты можешь смело загнать квадрик вовнутрь, можешь загнать мотоблок, тебе не надо ничего корячить, даже выгружать что-то, какие-то сыпучие материалы, то есть можно смело взять, отстегнуть задний борт, то есть у тебя получится отличная посадочная площадка. Вот так это выглядит со стороны. Вот про эти резиночки я говорил, которые пропустил просто через петли. Сейчас возвращаем самосвал на свое место. И фиксируем опорное колесо, чтоб никуда не уехал. Поэтому, друзья, вот такой интересный обзорчик у нас получился. От себя хочу добавить, что я реально от всей души доволен прицепом. Я могу его смело рекомендовать. Хватает жесткости. Мы даже кидали доски на борты. То есть я экспериментировал, смотрел, когда он прогнется. То есть таскали доску. Ну, на свой страх и риск, но чтобы понимать возможности, надо в него хорошенько навалить, чтобы прям задать такую хорошую нагрузку. Не жалею, что взял колеса в максималку, потому что, занимаясь строительством, ты гоняешь по разным дорогам, разрухам, то есть и переживаешь, как себя чувствует прицеп, но на самом деле чувствует он реально хорошо, то есть бездорожье вообще без проблем. То же самое, что касается трассы. То есть у меня машина, конечно, высокая, она гасит порывы ветра. Есть еще, кстати, тенды специальные с таким скосом, чтобы гасить ветровую нагрузку. Ну, по дорогам больше 100-120 я не езжу, поэтому даже груженный по трассе едешь, никаких проблем. Он не болтается, не уводится в сторону, все сидит жестко. Автоматический замок, дополнительная цепь для фиксации, то есть готовая вилка. Дышло можно удлинять. В принципе, ну, все классно, круто. И прицеп можно оснащать, я знаю, еще лебедкой. Можно его там виды изменять, ставить рейлинги, держатели для лоток, не помню, как называется. Есть специальные подножки. То есть с этим прицепом это реально, знаете, как сказать вам, как DIY, да? Ты можешь извращаться как хочешь, ты можешь сделать подножки. Можешь какие-то дополнительные ящики закрепить. То есть тут уже тебе идет свобода действий, ты можешь импровизировать как хочешь. То есть толстая рама это все позволяет. Поэтому, друзья, если кто подбирает для себя прицеп, для своих знакомых, коллег на работе, ссылки есть в описании, вы зайдите, обратите внимание. То есть поиграйтесь. Крепыш 2,5, я уверен, вам точно зайдет как надо.
Вам желаю хорошего настроения, надеюсь, видос был полезный. Пишите вопросы, залетайте в телеграм-канал, потому что именно там мы часто таскаем все, что можно таскать на этом крепыше. Еще раз спасибо, меня зовут Сергей, не забудь подписаться на канал и увидимся в следующем видео.